никакой евроинтеграции не будет ни весной, ни осенью. Даже принятие решения об ассоциации, даже если оно будет подписано осенью, оно потом не будет ратифицировано. По крайней мере, ближайшие 2 года. Но даже если бы она была ратифицирована, но это ровным счетом ничего не означает. Никаких обязательств Европейский Союз по отношению к Украине, которая находится в критически тяжелом состоянии в смысле экономики, помощи Украине не берет на себя и не возьмет. Поэтому Украина должна выпутываться из своих проблем самостоятельно.